Посмотрите на этого красавца. Офигеть размер. Действительно, очень крупные рыбы, о которой только мечтал на самом деле. Илюха говорит джерев, а я, мне кажется, голавль. Всем привет. Хороший день для рыбалки. Соскучились по голавлю? И сегодня мы выбрались с Илюхой на вечерку. Обычно мы выбираемся с утра, но в этот раз решили просто проверить, как сегодня обстоят дела на малой реке. Я заранее скажу, поклевок масса, бонусы вообще шикарные. И самое главное, трофеи. Буду я сегодня упираться в небольшие воблерки, также колебалки. Ну а там все сами увидите. Ну что, погнали? И вот мы на месте. Река довольно шустрая, но это малая река. Красота. Я не один, с Илюхой. Вон тот человек в скафандре. Будем сейчас пробовать. Надеюсь, будет брать голавль. Я поставил Элминов от Strike Pro. Надеюсь, что-то сейчас будет. Ранее я здесь был, точнее, это все наши следы. То у меня было не густо, а вот у Илюхи было прям замечательно. Я хочу сегодня также поймать. Илюха встал выше острова, а я вот четко вот напротив вот этого острова и буду кидать, стараться туда, выше, ниже. Я сейчас достаточно. Тебя была уже? Да. Офигеть, у Илюхи уже была поклевка. Говорит, хороший, значит, не факт, что это был даже голавль. В этот раз мы решили на вечерку выскочить. Может, будет что. Интересно-то. По идее, уже... Есть, есть, есть! Наконец-то! Хороший! Вот это голавль! Посмотрите на этого красавца! Офигеть размер! Это у меня, кажется, самый крупный на самом деле. Не, ну такой разве бывает? Это киушник. Так, аккуратненько, аккуратненько. Давай, запрыгиваем. Вот это да! Здоровый, толстый. Маманя. Так, и обязательно будем сейчас его взвешивать. Обязательно. Вот просто посмотрите на вот эту красавицу. Почему красавица? Какой пузо у нее. У меня официально самый тяжелый голавль. Были немножко покрупнее визуально, но не такие пузатые. Просто, ух. Я честно, я счастлив, наконец-то распечатался хорошим голавлем. Надеюсь, он будет не последний. И, соответственно, будем сейчас отпускать. Сработал Элмину. Так, аккуратненько. Самое главное, аккуратненько, чтобы он не дергался. У меня все же такое еще до сих пор. Да, это официально у меня самый крупный. Кило 100. Ну что, мама, не отпускаем. Не рестись. И давай потомство. Все, уперло. Класс. Настроение поднято, на самом деле, на невероятно уже высоты. Хочется снова поймать. По комплекту. У меня сегодня... Не могу ничего сказать. Чуть позже успокоюсь, я же скажу. Ух ты, вот это там жерех был здоровый. Очень здоровый был. Я, кстати, сегодня также взял с собой жереховую тему. Может быть, погонять. Но в первую очередь мне интересен голавль. Так, вроде немножко успокоился. В общем, клюнул он от Strike Pro Elmino. 45-е. 45, по-моему. Потому что оригинал 44, а это 45F-ка. То есть всплывающий. И спиннинга. Спиннинг у меня от Crazy Fish Optimus. 2.10. Чё, был? У Ильи сход был. Рост 2.30, то есть, ой, 2.29. Модель 762 LS. По катушке у меня от Nautilus Arta 2500. Передатка 5.3.1. Мне кажется, идеально. Плетенка у меня одна Nautilus Brain, вроде так называется.
до 4 килограмм. Так, все, вспоминаю, как ловить голавля. При забросе нужно чуть-чуть сперва подождать и только потом крутить. То есть бывают такие моменты, когда он на плюх хватает. И вот сейчас должен еще вот-вот вылететь майский жук. Надеюсь, что он сегодня будет. И по идее голавль должен только начать жировать. Есть? Красавец. Ну, он, по-моему, доловился, да? Три раза. А, три раза долбил, да? Да. Такой грамм 300. Да, 300-400. Такой тынь-тынь. Там снова. Класс. Так, покидав немного элминов, заменим приманку. Такая вот коробочка. Вон сколько барахла, да? Давай попробую поставить крэнк. Вот такой вот винницкий головастик. Называется «Живая легенда». Бух. Есть, блин, сход. Хорошая была подача. Жалко, сошел. Прям на сносе взял. Блин, жалко, он уже не возьмет. Может, есть кто-то еще здесь. Ладно, двигаем дальше. Один сход и хватит. Может, там дальше будет. Че? А потом вернусь. Блин, поклевка какая. Есть. На смену приманки. Только не пойму, кто это такой. Какой же сильный, а? Бойкий. Щука, блин. Только вспоминал. Чего говоришь? Да, даже здесь нашла. Надо ты мне, а? Засранка. Флюрт у меня 0,21. В легкую бы могла перерезать. Плыви. Место просто идеальное. Ну, должно что-то быть, а? Два хвоста и все. И начать здесь просто перебирать приманки. Все равно он здесь стоит. Я прям уверен на все 100%. Как и щука, блин. Надеюсь, больше не клюнет. Есть. Вот это он бабахнул. Не пойму, честно, кто это такой. Илюха говорит жерех. А я, мне кажется, голавль. Голавль хороший. Не, подожди, это ясь. Или голавль. Не пойму. О, ясь. Ясь. Офигеть. Друзья, это мой самый большой ясь. Ты где? Вот он. О, да. Вот это махина. Блин, я бы крикнул бы ясь. Боюсь испугать рыбу.
Ну я у мину сегодня просто раздает. Кило 300. Это официально мой самый крупный ясь. До этого у меня был только 700 грамм. Ну что, друзья, день трофеев. Наконец-то. Два трофея за рыбалку. Это ну, такой бывает разве, а? Я честно счастлив. Просто невероятно на самом деле. Адреналин у меня хлещет рукой. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Тихо, сильная рыба. Ну что? Давай, красавец. Очухивайся. Давай, давай, давай. О, ушел. Пока, спасибо. Извиняюсь, не посмотрел в объектив, то что он весь грязный. Но, надеюсь, было видно. Если честно, мне уже ничего уже не хочется. Я уже поймал два трофея. Просто куда уж больше. Действительно, очень крупные рыбы. О которой только мечтал на самом деле. Во-первых, голавля все мечтал поймать крупнее кило 50. Именно, чтобы зафиксировать четко было. Потому что до этого, по-моему, кило 200 примерно такой был. Но я его не получилось у меня его зафиксировать. Весов не было с собой. А тут, чтобы зафиксировано, и два трофея сразу же. Это что-то с чем-то. Подавился. А, я сейчас комаром подавился. А? Невкусный. Вон тут кто идет. Голову чпокал. Быстрее, быстрее, быстрее. Не, не хочет. Прям увидел, как чпокнул. Готовишь? Есть, 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 есть. Апстрим кинул. Снимаем. По-моему, тоже ясь. Ясь. Ого, он глотнул. Да, ясь, красавец. Да. Аккуратненько. Вот такой грамм. 800-900. Посмотрите, какие красивые перья у него. Просто такие кроваво-красные. Вот этого и боялся. Я знаю то, что больно. Терпи. Нам причем обоим. Тихо, тихо, тихо. Ты ж. Так, давай. Сюда сейчас. Ну, в общем, так дело обстоит. Мало приятного, да? Все занемело. Мне самому тяжело. У тебя кусачек нет в своей машине? Ладно, в общем, Илюха пошел за кусачками. А я буду отпускать вот этого красавца. Засранца, точнее, не красавца. Спасибо называется. Нам двоим было больно. Все, ушел. Пока. Засранец. Прошло 5 минут. Я все еще тут стою с этим воблером. Возможно, сейчас клюет. Но как бы сейчас не очень ловить. Блин, сам себя ржу, а. Ужас. Так, ладно. Таким нас не пробить. Мы еще должны сегодня кого-то поймать. А какие у вас были смешные случаи с тем, как попались на крючок, либо кого-то подсадили? Напишите в комментариях. Ой-ой-ой-ой. Был. Есть! Блин, сход. Видел его. Ну, уже, наверное, вряд ли возьмет. Точнее, я сперва увидел горб его, а потом он добрал. Кровью моей напитался воблер, теперь станет уловистым. Да, контактов все немного, и самое главное, рыба прям вся замечательная, мягко говоря.
Просто не рыбалка, а сказка. Блин, снова. Снова поклевочка. Он там есть и активный. Немножко не туда кинул. Вон он. Давай, 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 давай. Блин. Есть? Окунь. Или кто это такой? Арбуз, арбуз, арбуз. Не, у меня был точно не арбуз. Поздравляю. А? Думаешь? Есть! Вот это поддача! Смотрите! Спиним баранку! Ай! Обрыв! Ноль двадцать один обрыв. Жалко. Ну, я куплю обязательно еще. В таком же окрасе, да? Вот Я два окраса возьму. Ну вот это пиздец была рыба. Я не знаю, что это было. Мне кажется, реголов или ясь. Ясь, наверное. Ну блин, тот на кило 300 вообще ни о чем на самом деле. Сравнительно сопротивление был. Ну что, у меня есть такой же. Только вот. Не очень цвет, на самом деле, мне не нравится. Но буду надеяться, что рыбе понравится. Самое главное, мне быстрее, называется, заказать до момента этого выхода ролик. Чем еще хорош вот этот воблер Элминов? Летит он очень далеко. Не знаю, как оригинал летит, но вот реплика от Strike Pro прям замечательно. Хрущи залетали. Самое время. Время полдевятого. Вполне невероятно, что сейчас начнется жор. Блин, хорошая рыба, походу. Долго с ней боролся. Щука. Ты знаешь, она какой сальто-мортальный сделала? В крови забыла. Я-то думал, у тебя там рыба. Я думал вообще. Ну ты меня догнал. Сейчас увидите, что я сделал. Смотрите, кого я поймал вручную. Видите? Хрущ! Красавец. Вот и любит голавль и ясь. Ладно. Будем заканчивать рыбалку. Пока еще светло. Хоть что-нибудь видно. Рыбалка сегодня, ну, просто сказка. Я давно так не ловил. Особенно, что трофейная рыба клюет. Причем действительно трофейная рыба. Но единственное, с реализацией сегодня не очень. Страдала конкретно. Если бы всех сегодня реализовали, было бы намного веселее. Ну и так, сколько у меня сегодня? Голавль, щука и два язя. Класс. Тихо, чуть не отстрелил. Работа лучше всего сегодня от Strike Pro Elmino. У Илюх сегодня также 3 или 4 рыбы, да? 4? 2 окуня, щука и голавль. Да, 2 окуня, щука и голавль. Ну, в принципе, замечательная рыбалка. Тут мы не последний раз. Еще сюда приедем обязательно. Ну, ставим лайки, подписываемся, комментируем. Всем пока!